А есть еще неведомые мне растения. Но мы будем изучать их с помощью Google Search, расскажу. Но тут же есть еще и конский щавель, который нам ведом. Сейчас покажу. Вот расцвел конский щавель. Он полезен при, по-английски называется hemorrhage, при всех кровоизлияниях, геморроидальных явлениях. Ну вот так вот он цветет, а вот такие вот листья, чтобы вы не забыли. Ну а дальше, конечно, у нас море. Хотела найти пастушью сумку, но нашла колос. Но зерновые, сами знаете, чем полезны. И теперь модно быть неполезным там, где глютен. Вот еще здорово цветет такой колосок. Видите пыльца наверху? В общем, здорово, когда мир растений просыпается и начинает баловать нас своим цветением, а в будущем и плодоношением. Ну вот как-то так. Давайте будем, как они, сначала цвести, а потом показывать плоды своего бытия. Обнимаю вас колосьями, цветением, пыльцой. Чао-чао, мои прекрасные друзья.